4 года колонии строгого режима за взятку в 200 тысяч рублей. Краевой суд оставил без изменений приговор районной инстанции в отношении главы Троельжанского сельского поселения Владимира Пономарева. А начиналось расследование еще весной прошлого года. 5 марта правоохранители получили информацию, что Пономарев намерен получить взятку и назначил для этого встречу в центре Перми. Времени для рассмотрения данной информации было мало, поэтому незамедлительно совместно с коллегами из службы экономической безопасности МВД России по Пермскому краю были спланированы оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на фиксацию преступных действий Пономарева по получению взятки. Деньги Пономарев требовал от одного из застройщиков за подписание разрешения на строительство без проведения торгов. Пытаемся по себе строить. Давайте, в общем, через аукцион считайте. То есть, я не буду считать, надо. Да ладно, что верим, в самом деле. Похоже, Пономарев верил и в то, что сможет избежать ответственности. Свою вину он отрицал на протяжении всего времени следствия. Лишь в суде бывший глава признал факт получения денег. В данном случае люди, которые голосовали за него в свое время и хотели, чтобы он был их лидером, я думаю, доверяли ему. А в ходе следствия жителями Троельги неоднократно собирались митинги в поддержку Пономарева, которые, я думаю, люди до конца не верили в его виновность, о том, что он мог так себя повести. Теперь, помимо 4 лет колонии, ему придется заплатить еще и штраф – 12 миллионов рублей. Но даже неотвратимость наказания не останавливает коррупционеров. В прошлом году также в места не столь отдаленные на такой же срок отправился бывший глава Соколовского сельского поселения Пермского района Константин Миненко. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Всего же Следственным комитетом за 2014 год направлено в суд более 140 уголовных дел коррупционной направленности, в том числе почти 40 в отношении должностных лиц местного самоуправления и депутатов. Общая сумма возмещенного ущерба составила почти 200 миллионов рублей. Ритис Бараускас, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».